получил травму нижней части тела, как принято говорить. Рамиль Гайсин, основной игрок красноярцев. К сожалению, это потеря для нас. Но надеемся, что ребята красноярцы сыграют и за себя, и за Рамиля Гайсина. Бриф атакует. Простых ситуациях сейчас. Тяжелая игра на земле. Все-таки последний момент успели англичане поднять мяч. Надо возвращаться за последнюю ногу человека в раке. Там очень активен, кстати, вот в этих замен сейчас настанет. Игра вперед была у команды Енисей СТМ. Держит руку преимущества арбитр. Раскалывается потихонечку мол. В первый раз зашли в наши 22 метра, но, правда, достаточно быстро наши сумели отжать эту атаку англичан. И сейчас... Чуенисей, широкая атака, и чем невозможность, может быть, закончить 5 очками первый тайм. Это грузинский легионер Гачичеладзе хорош. Мудрить не будет. Бриф играет ногой, ничего не придумывает, ничего не выдумывает. Отдадим должное.